четверга. В ефірі Бесарабія ТВ новини, в студії Олена Малайван. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. У Білгород-Дністровському відбулось чергове засідання виконкому. На Одещині новий начальник регіональної поліції. Президент України Петро Порошенко підписав наказ про звільнення голови Одеської обласної державної адміністрації. Володимир Дудаш презентував нову книгу. Учасники 4-го художнього пленеру повернулись до Ізмаїлу. Про це та не тільки, дивіться далі більш розлогіше. Залишайтесь з нами. У Білгород-Дністровській міськраді відбулось чергове засідання виконкому. Розглянули 30 питань порядку денного. Про що говорили присутні, дивіться у наступному сюжеті. До початку засідання залишаються лічені хвилини, і члени виконкому уважно вивчають проекти рішень. У порядку денному 30 питань, кворум є, і ось перейшли до першого обговорення. Погодили програму підтримки комунального підприємства «ЖЕО-1» по виконанню поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків на 2017-2020 роки. В зв'язку з 91 статтею бюджетного кодексу з 17-го року фінансування Транслюють только по программам целевым методам. Поэтому мы сегодня принимаем одно из дальнейших многочисленных решений по программе поддержки коммунального предприятия. Значит, раскладка идет до 2020 года. Сюда входят средства не только местного совета, но и коммунального предприятия, а также средства, собранные от населения. Значит, на 2017 год предлагается профінансувати порядка 500 тисяч гривень. Встановили зменшення тарифу на послуги централізованого опалення приватному підприємству ЖЕК «Мегаполіс». Також надали згоду на проєктування та облаштування території по вулиці Сонячній, між школою 11 та житловим будинком. Там планують побудувати сквер, який передадуть на баланс міського центру «Благоустрій». Несли зміни до рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів з резервного фонду на ліквідацію наслідків стихійного явища, що виникло у місті 20 вересня. Надали також інформацію про підсумки оздоровлення та відпочинок дітей влітку. Несмотря на те, що в цьому году і подорожали путівки, і несмотря на те, що було дуже мало задействовано денег наших підприємств міста на оздоровлення дітей, ми все одно вийшли, в принципі, на наш середній показатель 65% оздоровлення дітей міста соціально незахищеної категорії, яка прописана в законі України про оздоровлення. Также хотелось добавить, что в этом году к данной категории добавились категории детей, участников АТО. В этом году мы оздоровили 16 человек в Алых парусах, в Артеке, в Молодой гвардии, то есть и за деньги местного бюджета, и за деньги областного, и также государственного бюджета. В этом году нам также повезло и с бесплатными путевками, за которые оздоровились дети, категории дети сироты и дети, лишенные родительской опеки. Крім того, члени виконкому затвердили питання щодо виділення коштів з резервного фонду на забезпечення паливно-мастильними матеріалами міського центру «Благоустрій» у зимовий період в розмірі 76 тисяч гривень. Були навіть і такі проекти рішень, які не знайшли підтримки у членів виконкому. Про них дивіться у нашому наступному сюжеті. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ. Десятого листопада на засіданні виконкому Білгород-Дністровської міськради не всі проекти рішень знайшли підтримку у його членів. Звучали зауваження та питання і від присутніх депутатів міської ради. Про що саме йдеться, вам розкаже Тетяна Карпенко. На официальном сайте Белгород-Днестровского некоторое время назад опубликовали вот этот проект решения исполкома. В нем говорится о поднятии тарифов за вывоз твердых бытовых отходов. Его внесли в повестку дня на заседании 10 ноября, но без каких-либо объяснений сняли с рассмотрения. Свое мнение попытался высказать и депутат городского совета Сергей Круп. Первый шаг – необходимо утвердить планы рассмотрения регуляторных актов. Этого проекта, который сегодня должен был выноситься, не выносится, в планах нет. Поэтому если даже 30 дней, как некоторые думают, он отвисится, его нельзя будет рассматривать, потому что законом установлена точная процедура. Сначала должны быть утверждены планы,
потом должно быть уведомление, потом должен быть опубликован регуляторный акт и анализ, и через 30 дней получены все предложения, замечания, и тогда он может выноситься на рассмотрение. На данный момент в планах рассмотрения регуляторных актов этого проекта нет. Хочется верить, что к мнению депутатов и громады власти Акермана прислушаются. Далее членам исполнительного комитета представили программу развития и поддержки малого и среднего бизнеса в Белгород-Днестровском. Но и этот проект решений вызвал немало вопросов и нареканий со стороны заседающих. Я думаю, что она не доработает. Я считаю, что она не готова. Эта программа нужно ее дорабатывать. На реализацию этой программы просят 200 тысяч гривен. В 2016 году в бюджете мы заложили средства на поддержку предпринимателей. Была представлена программа, были выделены деньги. К концу года эти деньги не освоены, мы их перекинули на туризм. В связи с чем не проводилась работа с предпринимателями и почему не осваивались средства. Разрешите мне, Алферна, этот вопрос депутатам, если можно... Ответить ему не на исполкоме, а в рабочем порядке. Почему? Потому что я сейчас не готов. С 16 года, да, ответить на этот вопрос. В итоге этот проект решения отправили на доработку. Кроме этого, члены исполкома дали добро на выделение средств малообеспеченным семьям и внесли изменения к правилам размещения объектов внешней рекламы в Акермане. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукенчук, Бессарабия ТВ. Президент України Петро Порошенко звільнив голову Одеської обласної державної адміністрації. Про це повідомляють кореспонденти інтернет-видання «Уніан». Нагадаємо, 7 листопада Михаїл Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА, яку він займав з травня 2015 року. На що президент заявив, що після поразки партії Саакашвілі на виборах у Грузії, той вирішив зайнятися політикою в Україні. Та наголосив, що указ про звільнення підпише після того, як уряд надасть відповідне рішення. В свою чергу, екс-голова Одеської ОДА пояснив, що хотів звільнитися ще півроку тому. І вибори в Грузії не мають до цього ніякого відношення. Далі цитую. «Президенту Порошенку чудово відомо, що я не брав безпосередньої участі в грузинських виборах. І не міг би цього зробити навіть при бажанні, оскільки я громадянин України». 9 листопада Кабінет міністрів підтримав відставку голови Одеської облдержадміністрації Михаїла Саакашвілі, після чого Петро Порошенко прийняв остаточне рішення. На Одещині відрекомендували нового голову регіональної поліції. Після рішення Георгія Лорд-Кіпанідзе покинути крісло начальника головного управління поліції Одеської області, 9 листопада особовому складу представили нового очільника. Ним став Дмитро Головін, який служить в правоохоронних органах з листопада 96-го. Дотепер він очолював кримінальний блок поліції Київщини. Нового керівника представили колегам заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий та перший заступник голови Національної поліції України Вадим Троян. Вони закликали Дмитра Головіна сумлінно нести службу та побажали терпіння та мудрості на новій посаді. Прежде всего, спасибо за теплые слова, за поддержку. Я в этом зале многих знаю. Я уверен, что личный состав Одесской полиции, мы вместе с ним кардинально поломаем ситуацию в регионе. Слово «поломаем» очень дословно, потому что по-другому уже дальше некуда. Извиняюсь, тем не менее я знаю, что люди готовы, люди будут работать и сделать все от них зависящее, чтобы Одесская область не звучала в последних рядах где-то сводка. Поэтому спасибо еще за благодарности. Я надеюсь, что личный состав меня поддержит. Поэтому спасибо, я надеюсь на плодотворную работу. 9 листопада в сесійній залі Білгород-Дністровської міськради відбулась зустріч чиновників міста з представниками Інституту місцевого розвитку, призначеного виконавцем робіт по розробці плану дій зі сталого енергетичного розвитку. Детальніше дивіться у наступному сюжеті Анастасії Гетманець. Проект USAID – муніципальна енергетична реформа в Україні – активно розвивається з 2014-го. З цього року він розширився ще на два регіони – Одещину і Донбас. Основою для подальших дій є план-документ зі сталого економічного розвитку, розповів Руслан Тормосов. Це документ, який ставить ціль сократити, якщо ми говоримо про
план действий по социально-экономическому развитию, то до 2020 года на 20% выбросы СО2, то есть углекислого газа. Каким образом это можно сделать? Двумя. А. Это повысить энергоэффективность и сократить нерациональное использование энергоресурсов. Б. Заместить в структуре конечного потребления ископаемые энергоресурсы на возобновляемые. Руслан Тормусов зазначив, що до інфраструктури міста відносяться такі сектори, як теплопостачання, бюджетні та житлові будівлі, транспорт, вуличне освітлення, сектори озеленення тощо. Тому необхідно в першу чергу створити дорадчий комітет. Дорадчий комітет – це ті представники всіх секторів основних і горосполкома. Желательно, щоб туди приходили представники депутатського корпусу, которые могут принимать стратегические решения. Для того, чтобы можно было презентовать этот план действий по социально-экономическому развитию, когда он будет разработан, какая-то первая версия, какие-то стратегические такие замечания получить, улучшить, и чтобы дорадчий комитет вынес его, ну как бы порекомендовал, вынести его на сессию для того, чтобы этот план действий по социально-экономическому развитию был утвержден сессией Горсовета. Это обязательно условие Єврокомісії. Крім дорадчого комітету, слід створити й робочу групу, в яку теж входитимуть фахівці, котрі працюватимуть для швидкої якісної розробки плану. Тобто з ким можна буде обратитися? За цифрами, уточненнями, то там буде там начальники техотдела. Тобто дорадчий комітет може сходити глава підприємства, там теплоенерго, наприклад, да? А в робочу групу, тому що там начальники, замінити начальника техотдела. У листопаді розпочнеться перший етап розробки дій зі сталого економічного розвитку. На початку грудня за погодженням з містом тех і фінансові експерти приїдуть для знайомства з основними проблемами і обговорення шляхів рішень. За результатами буде підготовлено звіт з енергетичного сканування і розробки каталогу інвестиційних проєктів, сумарно, що дозволяє вирішити основне завдання – скоротити викиди СО2. Анастасія Гетманець, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ. Жителі сіл, як і городяни, хворіють, ходять до медиків, купують ліки. Іноді можна почути нарікання в адресу сільської медицини. Про те, як справляються зі своїми пацієнтами послідовники Гіппократа в селі Випасне Білгород-Дністровського району, дізнавались наші кореспонденти. Ми знаходимося на території Випасненської сільської лікарняної амбулаторії загальної практики сімейної медицини. І тут працює чимало лікарів, які надають необхідну допомогу своїм пацієнтам. Як розповідає головний лікар амбулаторії, медична установа обслуговує 10,5 тисяч пацієнтів з 6 сіл Білгород-Дністровського району. Працюють 4 спеціаліста загальної практики сімейної медицини та 2 стоматолога. Также в амбулатории имеется дневной стационар на 20 коек, куда приходят люди, получают инъекции, получают необходимые процедуры, и после этого они уходят. Имеется физкабинет в амбулатории, где отпускаются необходимые физиопроцедуры. До цього кабінету протягом усього дня приходять наймолодші пацієнти. Як розказує педіатр, у неї на дільниці тільки дітей віком до року – аж 60. Каже, що робота з малятами потребує особливої уваги, відповідальності та чуйності. Наразі у амбулаторії триває період щеплень, а тому двері майже не зачиняються. Ставимо проби манту БЦЖ, зараз поступили прививки КДС-ки. Полимелит, то есть идет прививочная кампания. БЦЖ у нас не было около 2 лет. Сейчас люди активно подходят насчет прививочной работы. Ну а так ведем профилактику гриппа, рассказываем, как себя вести, профилактику вирусных заболеваний, такие как вирусный гепатит в таком плане. Робочий день педіатра не обмежується певним часом. Після годин прийому лікар вирушає на дільницю, де оглядає новонароджених до першого місяця життя та на виклики. Крім того, на території амбулаторії базується бригада швидкої медичної допомоги. Ми обслуговуємо наш участок, десь 10 сіл ми обслуговуємо. Випасне, Малого, Садове, Південне, Сім'оновка, Турлаки, Бикоза. И там есть еще село Новое, это Новое Сухолужье. Вот это мы закреплены за этим участком. Но в случае, если нас диспетчер может нам передать вызова в ближайшие участки, вот при Выпаснянске, мы можем, если свободно, и туда поехать. Значит, диспетчер у нас находится при городской больнице,
И вызова мы принимаем в основном от диспетчера, но у нас еще есть мобильная связь рабочая. Люди знают эту уже мобильную связь, телефоны, люди нам передают вызова по мобильным. Ось так мешканці села Випасне можуть бути спокійними, адже у разі хвороби їм не варто їздити до районної лікарні. Вони мають можливість звернутися до амбулаторії і там їм нададуть необхідну первинну допомогу. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. У бібліотеці імені Горького 9 листопада відбулася презентація книги «Прокляття ордена тамплієрів» Володимира Дудаша. Автор поділився з нашими колегами, чому саме ця тема торкнулася його серця. Проклятие ордена тамплиеров или тайны развалин Стринянского замка. Такое название носит новая книга Владимира Дудаша. Он писал ее около 2 лет. И вот, наконец-то, произведение увидело свет не без помощи германских меценатов. Автор рассказал, что стало причиной выбора этой темы. Почему я затронул эту тему? Потому что я родом из Закарпатья. И недавно я узнал, ну, года 2 тому узнал, что в селе, в котором мы жили, есть, я видел эти развалины замка, но я никогда не знал и не думал, да, что это развалины тамплиеров, что этот замок строили тамплиеры. Когда я это узнал, я влазил там каждый камушек и вот начал писать об этом. 9 ноября в библиотеке имени Горького в Акермане состоялась презентация книги. На встречу пришли ученики районного лицея 9 классов и ценители творчества Владимира Дудаша. Немного рассказав о своей жизни и о детективах, которые связаны с Акерманом, автор перешел к главному. Что такое «Проклятие ордена тамплиеров»? Название романа историческое, но роман абсолютно не претендует на исторический роман. Это такой же детектив, как и все. Единственное, что он основан на тех несметных богатствах, которые были доказаны уже, значит, у ордена тамплиеров, разгром которого произошел по вине короля Франции и руководившего тогда папской курией, то есть Климент V. Значит, их уничтожили, орден разгромили, сожгли руководителей этого ордена, но ценности так и не нашли до сегодняшнего дня. А когда и эти ценности до сегодняшнего дня ищут? Отныне прочитать эту книгу можно будет в библиотеках Белгород-Днестровского. Владимир Дудаш, каждый из них, вручил свой подарок. Это уже 7-е его произведение. Помимо детективов, он также пишет и стихи. Как шутит сам автор, когда душа просится наружу, то она почему-то прыгает на лист бумаги. И время, будто день или ночь, не имеет значения. Ты прости меня, прости, отчий дом. Ночью вижу я во сне, дом родной, будто летом кружит снег над тобой. Мне бы птицей полететь по весне, только силы уж не те, больно мне. Кроме этого, писатель поделился планами на будущее. Он уже работает над созданием очередной книги «Внебрачная дочь премьера», которая порадует не только акерманцев, но и всех ценителей современной украинской литературы. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ. Стражі кордону посилюють охорону державних рубежів. Під особливою увагою та контролем знаходиться Україно-Молдовський кордон, в першу чергу його центральна ділянка. Окрім сил Південного регіонального управління, в проведенні спецоперації «Кордон-2016» беруть участь підрозділи Національної гвардії і поліції та СБУ, громадські організації та формування. Основне завдання – протидія злочинам, пов'язаним з незаконним переміщенням через кордон, боєприпасів, вибухових і наркотичних засобів, підакцизних товарів та вантажів з контрольованих прикордонних районів. Будуть проводитись посилені патрулювання та контроль державних рубежів і вестись активна повітряна розвідка. У зазначених заходах братимуть участь і бійці Ізмаїльського та Білгород-Дністровського прикордонних загонів.
9 листопада вся країна відмічала День української писемності та мови та професійне свято працівників культури. У Білгород-Дністровському відбулось чимало урочистих заходів. В педагогічному училищі зустрічали випускників, колишніх учасників народного танцювального ансамблю «Бесарабський сувенір», які наразі створили вже свої колективи та до сих пір продовжують нести культуру нашого краю у світ. В Белгород-Днестровском педучилище собрались действительно творческие люди. Выпускники народного танцевального ансамбля «Бессарабский сувенир», покинув стены родного учебного заведения, продолжили нести традиции нашего края, создав свои коллективы. В этот день в актовом зале они показывали, что упорные репетиции под руководством заслуженного работника культуры Ивана Микулина прошли не зря. Мне очень приятно, что действительно у нас сегодня такой праздник, и приехало много выпускников, которые привезли свои творческие коллективы, и сегодня мы можем поделиться творческой мастерностью между студентами, которые учатся, и студентами, которые уже у нас отучились и имеют своих воспитанников. Я все время как бы намекаю Владимиру Михайловичу на то, что при Белгород-Днестровском педучилище пора открывать хореографическое отделение. Порадовать своими талантами приехали 4 танцевальных коллектива из Белгород-Днестровского, Татарбунар и Староказачьего, руководители которых еще, казалось бы, совсем недавно ездили по миру в составе «Бессарабского сувенира». Их воспитанники достойно выступили перед наставниками. Мне очень приятно, потому что действительно я вижу, что работа, проводимая мной и всеми хореографами, которые работают в Белгород-Днестровском, а это и Татьяна Микулина, это Светлана Ростикова, это Виолетта Молодецкая, Наталья Молодецкая и много-много других хореографов, они действительно дают плоды в том плане, что хореография у нас очень сильно развита, и самое главное, что развита именно хореография народного танца. И вот сегодня, видите, у нас мы как бы уже и из района, и из области приезжают наши воспитанники. То есть труд не напрасен. Помимо выпускников «Бессарабского сувенира» на сцене выступили и бывшие участники вокального народного ансамбля «Веселка», которые уже работают в составе преподавателей училища. Александр Грецько, выпускник педучилища. Покинув его стены, он поступил в институт Драгоманова. Уже успел получить звание артиста балета. Танцует в Одесской филармонии. И у меня есть тоже детский коллектив, который, к сожалению, не смог приехать. Ну, по особым причинам, это не важно. Но я приехал и очень доволен. Тут у меня тоже выпускники приехали. И со своими же коллективами я очень доволен, очень рад. Я много увидел знакомых учителей, которые меня здесь учили. И я... У меня ностальгия, и, конечно, я педучилище выпускает хороших вот специалистов. Один за другим артисты выходили на сцену, исполняли украинские, молдавские, польские, болгарские, греческие народные танцы, тем самым демонстрируя, насколько многонациональный и многогранный край украинской Бессарабии. Зрители были в восторге. Вот так и прошел праздник народной культуры. Приятно, что с каждым годом в Одесской области появляется все больше талантливых коллективов и артистов. Надеемся, что через десятки лет каждый из них сможет с гордостью сказать, что все начиналось с «Бессарабского сувенира». Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Після тижневого перебування в Олександрівському монастирі учасники 4-го художнього пленеру імені Петра Чакіра привезли свої нові картини, які ще досі пахнуть свіжою фарбою – «Візмаїл». З подробицями – наші кореспонденти зі столиці Придунав'я. В Измаильской картинной галерее в четвертый раз прошла двухчасовая экспресс-выставка пленерных работ, выполненных измаильскими, ренийскими и одесскими художниками в Свято-Рождество Богородичном женском монастыре. Открыла вернисаж директор областного центра эстетического воспитания Ирина Федорова. И когда желание воплощается потом в такие замечательные идеи, в такие замечательные проекты, это дорого стоит. С
успешным завершением поездки мастеров кисти поздравили Эмилия Евдокимова, ректор ИГГУ Ярослав Кичук, заслуженный художник Украины Александр Кара и многие другие ценители прекрасного. Куратор пленера Иван Шишман отметил, что это не последняя поездка в монастырь. Я хочу поблагодарить всех тех, которые пришли сегодня разделить этот праздник. И на первом пленэре было меньше зрителей. Дальше видно, что традиция расширяется, проявляется интерес не только наш интерес к красотам нашего края, но и окружающих. Мы, находясь там, видели, как все организовано, трудятся чисто, каждый знает свое дело, ухоженные делянки, все, то есть, ну, просто эти люди украшают землю не только своей молитвой, но и своим трудом, послушанием. И вот когда мы находимся среди таких людей, просто нельзя лениться. Своими впечатлениями о пребывании на святой монастырской земле поделились Николай Резниченко, Иван Орос, Владимир Соколюк, Владимир Дудник и Раиса Кобзаренко-Коренек, а также ренийские художники Сергей и Надежда Костовы. Недельное повышение квалификации, потому что большинство педагогов здесь работает над педагогом, это что-то. Выписываем сертификат, ректорату даем, что мы пошли. Важной ступенью во владении художественным мастерством стала эта поездка для студенток Одесской академии строительства и архитектуры. Нам очень понравилось на этом пленэре. Чувствуешь себя во время того, как мы писали свои работы, мы чувствовали умиротворение. И, то есть, обычно, когда пишешь, постоянно подходят люди, какая-то суматоха, ты немного отвлекаешься. А на этом пленэре ты стоял один на один с природой. Начальник отдела культуры Исмаильского горсовета Сергей Лузанов выразил надежду, что один из пленэров пройдет в столице Придунавья. И мы стараемся на сегодняшний день, как городская власть, мы стараемся сделать город Исмаил интереснее, комфортабельнее, удобнее, дружелюбнее для всех. И я надеюсь, что одним из следующих пленэров будет пленэр, посвященный тому, как меняется город, как меняются его улицы, как меняются его площади. В дар картинной галереи художники преподнесли работу Ивана Ороса. Работы известных и начинающих мастеров кисти с видами Александровского монастыря покажут на выставках в Одессе и Киеве. А впереди еще множество пленэров, которые подарят зрителям незабываемое впечатление от полотен с видами Бессарабии. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ. Ось такі були новини дня, що минає. Зустрінемось вже завтра, як завжди, о 18:00 на телеканалі Бессарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.